едем на Ореховский водопад вдоль реки Сочи по такой дороге непростой. Справа у нас такой вот обрыв. Дачный поселочек, один дом стоит, здесь, по-моему, только один, небольшой. Форсируем речку Безуминка, которая впадает в Сочи, образуя Ореховский водопад. Всем привет! С вами снова Лев с очередным видео. На этот раз мы выбрались, добрались, доехали, вскарабкались к месту, где мы найдем Ореховский водопад. Дорога сюда была очень длинная, весь Сочи проехали. Потом по горной дороге, по краю обрыва, вот примерно с такими видами, ну вы видели в начале видео, собственно говоря, как мы ехали, как разъезжали с другими автомобилями. И вот сейчас подходим уже пешком к самому водопаду. Здесь течет река Сочи. Встречаются люди, которые тоже фотографируются, любуются красотами местными. Так, идем дальше. Спускаемся прямо по речке, прыгая с камня на камень.
Все-таки местами не по самой речке, конечно. Дочка, ну-ка, жди-ка меня. Тут только с нами. Мирушка, что это? Держи маму за ручку. Так, мы все подходим к водопаду. И сейчас, я так понимаю, мы стоим прямо на его вершине. Вот это место. Можно подойти к краю земли здесь. Сколько здесь высота? Метров 20-30. Метров 20-30 есть. Вон там внизу люди купаются. То есть это один из тех водопадов, под водами которого можно даже искупаться. Так, я, кстати, в начале видео сказал неправильное название реки. Как Безуминка. Это? Река называется Безуминка. Она впадает в Сочи. Эта речка притоком Сочи, реки Сочи является. Не зря ехали, не зря. Путь был длинный, тяжелый. И вот мы здесь. Но это того стоит. Здесь вот от самого водопада вниз нельзя спуститься, потому что тут обрыв. Сейчас мы это будем все обходить. Но показать, что внизу, я обязан. Вот я прямо держусь тут за высохший самшит и снимаю, что там внизу происходит. Сейчас пойдем тоже покупаемся. Спустились по таким вот лестницам, много-много-много ярусов. Здесь в самом низу чувствуешь себя более, так сказать, безопасно. Сейчас мы тут искупаемся, а пока вам покажу, как все это тут выглядит. Вот это вот место, где водопад. Касается земли, так сказать. Здесь прохлада, день жаркий, находиться вот в этом месте очень даже хочется, потому что от речки, от водопада идет такая приятная прохлада. Димка! Димка! Вода холодная, освежающая, жаркий день самое то. Значит, вот это вот, надо сказать, вот это место
это место впадения реки Безуминки в реку Сочи. Да нормально, хватит. Воды, которые я сейчас хожу. А что надо? Что не надо, верно? Значит, людей тут много, поэтому снимаю, как удается. Река обмелела, но сейчас середина августа, поэтому реки пересыхают. Наиболее полные они, наверное, зимой там или в начале лета. Так, в реке Сочи вода тоже холодненькая, но чуть теплее. Чуть теплее. То есть я в нее спокойно захожу. Хотя, может быть, и потому что я уже в водопаде искупался. Так, подойдем к нашему гиду и что-нибудь у него узнаем. Денис, ты с нами третье видео подряд. Привет. Расскажи нам, где мы, в конце концов, и когда что-то закончится. Мы стоим прямо посередине русла реки Сочи. В месте, где впадает в реку Сочи река Безуминка, в виде вот этого красивого Ореховского водопада. Ореховский он называется, потому что рядом село Орехово. И там, видимо, произрастают орехи, а здесь в лесах очень много фундука растет. Вот вкратце и все. Здесь очень много людей, конечно, в отличие даже от Новолищенского, потому что оно еще более легко доступное место, ну, буквально. Вот это? Да. О, я не знаю, насколько оно более... Ну, мне как водителю, наверное, оно не так доступно все-таки показалось. Ну, такое же доступное, как Новолищенское ущелье, в общем-то, да. Поэтому людей много. А вообще, есть у меня очень много маршрутов с очень труднодоступными местами, где людей вообще не встретишь. Но нужно долго и упорно идти, иногда даже переплывая реки, каньоны, карабкаясь по скалам. В общем, приезжайте в Сочи, здесь круто, много интересного. Это точно подтверждаю. В рейтинге моих самых красивых мест, они все в Сочи и в Абхазии. Это, собственно, все рядом. Смотри, какое место. Чистая вода, прохладная. Если вам надоело купаться в море, приезжайте сюда, наслаждайтесь прохладой, купайтесь в холодной воде, чистейшей, горной. Смотрите, сколько тут людей. Тут вон и картину кто-то рисует. Замечательное место. Можете побродить вдоль русла реки, посмотреть, что там. Так, еще раз вам покажу Ореховский водопад. И на этом буду видео завершать. Это третье видео за день. Третье место достопримечательное, которое мы посетили за сегодня. Программа дня очень насыщенная. Будем сегодня спать просто каким-то нереальным сном. Выспимся как следует после такого путешествия. Ну что ж, с вами был Лев из Сочинского района. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока!